несколько раз мы его приглашали, он не являлся, не реагировал ни на что. До сих пор вот крыша протекает, стены зеленые. И в этом году он в мае судом решением суда 10 января он только обязывает его нарушение исправить. Да, речь зашла о передаче денежного вознаграждения. Стал вопрос, Ленинград поднял вопрос, что он, у него и так идут большие растраты, и он не может себе позволить. На что Сабаев ему обещает, что в будущем мы тебе еще дадим объемы работы, то есть уже предпочтение незаконное влияет. Это я вам прямо из записи, из стенограммы прочитаю. Ну, Александр Владимирович, ну мы здесь предпочтение же вопрос не рассматриваем, мы вопрос дискредитации отправим, потому что действий-то не было. Есть закон, нет, но мы сейчас говорим о будущем, да? То есть о будущем. Вот он говорит, еще придут деньги, сейчас будет еще работать. Мы же тебе что, препятствия создавали, что ли? Мы перекроемся между собой. Идет обещание, что в будущем он ему обещает. Вы позицию совета тоже поймите. Я это рассматривал, когда дело было. Но предпочтения здесь нет. Во-первых, мы не можем, действий никаких там нет. Во-вторых, а почему бы и нет? Почему бы, если идет пул закупа, наверное, все предприниматели района участвуют в этом закупе. Возможно, и он будет выигрывать. Но здесь о возможностях, невозможностях мы сейчас не можем говорить и утверждать. И что я имел в виду там и так далее. Но по факту конкретно место делового этикета нарушения было.